5 миллионов рублей. Китайцы активно играют на ситуации того, что автомобилей вообще нет, и поэтому ценники взвинтили просто в какой-то космос. Но это не сами китайцы, это еще дилеры пригревают тут как следует. Вот. И Limited Edition. Давайте заценим Limited Edition. Пожалуйста, Limited Edition 5 миллионов 800 тысяч рублей. Друзья, китаец за 5 800. Вы просто представьте, 6 миллионов рублей. 6 миллионов рублей. Здорово. Хотите себе Limited Edition, друзья, за 6? Там, ну, типа, разделите на 64, и вы поймете, что вот этот замечательный, ну, 5 800, окей. Этот замечательный автомобиль стоит 90 тысяч долларов. За 90 тысяч долларов можно GLE Mercedes купить. Какой-нибудь, наверное, 63-й в США. А у нас вы можете купить замечательный, престижный автомобиль Exeed VX. Но самое смешное то, что в Китае Exeed VX стоит 185 тысяч юаней. По курсу прямо вот на момент съемок это примерно 1 650 000 рублей.